На судоподъемнике Красноярская ГЭС развернуты работы по переправке многотонных колес, предназначенных для турбин Саяно-Шушенская ГЭС. Он не имеет аналогов в России. Красноярский судоподъемник – уникальное гидротехническое сооружение, позволяющее судам преодолевать разницу в уровнях воды ниже и выше Красноярской ГЭС на реке Енисей. В настоящее время преодоление теплоплотин идет в штатном режиме. Судоподъемник должен поднять судно на высоту 104 метра. Общая длина пути составит 1,5 километра. После завершения работ судно по Енисею дойдет до Майнской ГЭС. От нее 145-тонные колеса доставят до места назначения.